Здравствуйте, друзья, любители рыбалки и начинающие рыболовы. Сегодня хочу с вами поделиться несколькими способами монтажа от одного поводка. Для этого нам понадобится. Показывать я буду на более крупных деталях, а в основном используются мелкие. Вот у меня вот крупные детали, на них я буду показывать, чтобы хорошо было видно. А вообще тройники используются и двойники вот такого вот размера мелкие. Но так как и леску тоже буду использовать крупного диаметра, цветную. А вообще используются мелкие детали. Делать я буду все это разборное. Для чего? Мне так перемещать проще и легче будет наматывать на мотовило. Начнем, наверное, с основного монтажа. Вот у нас тройничок. Чем он хорош, у нас тройник. Его можно использовать как вот так вот для крепления, так и вот так вот. Это я тоже покажу. А для начала сделаем мы с вами отвод под груз. Отрежем лески. Вот леска у нас. Срезать надо сантиметров 20-30, чтобы он не путался. Ну, я так на глаз, потому что линейку вы же не всегда будете использовать на водоеме. И я пока так не буду использовать. Вот, взяли 20-30 сантиметров лески. Леску можете брать любую, какую вам хочется, диаметр. Его чем тоньше, тем лучше. Я просто взял крупную диаметром, потому что, чтобы удобно было показывать и видно вам было. А вы можете использовать в зависимости от водоема, какой вам хочется. Взяли мы вот леску 20-30 сантиметров. Возьмем теперь карабинчик под груз. Так как у нас снасть будет разборная, крепим, вяжем узелок. Узел тоже можете вязать любой, какой вам больше нравится. Я вот простым узлом, который мне нравится, завяжу сейчас. Смочить его надо, чтобы пережога не было. И затягиваем. Вот я завязал. Лишнее мы с вами сейчас отрежем. Для чего нам нужен карабин? А карабин нам нужен для крепления груза. Грузы можете использовать в сущности любые. Небольшие. Вот такие вот есть у меня и вот такие вот. Еще есть такие, как грушевидные грузилы, их тоже можно использовать. Сейчас мы возьмем вот такое вот. Вот, эти пока уберем в сторонку. Для чего? Вот сейчас нацепим. Вот мы нацепили, застегнули. Ну что поставил здесь карабин? Для того, чтобы можно было менять груз. Ставить тяжелее и легче. Вот мы взяли. Теперь сантиметров 20-30, от 20 до 30. Вот возьмем мы карабинчик. Вот такой вот. Ставить надо меньше намного. И привяжем наш груз к серединке. Тоже любым узлом. Сантиметров я на глаз все отмеряю вот этот лишний отрежу, чтобы он мне не мешалось, и накручиваем. Опять смачиваем и затягиваем. Лишнее отрежем с вами. Вот у нас получился подгруз. Вот этот конец тоже сделаем разборный. Здесь все тут нацепим вот такой карабин. Ну,
Большого у меня такого не было. Взял маленький. Вот. Для чего карабин нам нужен здесь? Для того, чтобы крепить нашу леску. Вот наша катушка. Чтобы у нас вот это все снималось. Вот здесь петлю восьмерку я навязал. Сделал. Раз. И застегиваем. Вот у нас часть уже получилась. Наша отводного поводка с грузом. Теперь нам нужно что сделать? Надо взять основную леску, где-то метр, наверное. Но вообще, можно короче, можно длиннее делать. В зависимости от ваших водоемов и желаний. Вот, взяли леску. Теперь что нам нужно сделать? Привязать ее к нашему тройничку. Также вяжем. Смачиваем, затягиваем. И лишнее обрезаем. Вот у нас получается вот так вот. Снасть съемная. Груз снимается. Здесь у нас глухая оснастка. А на этом конце мы с вами привязываем карабинчик, чтобы менять насадку нашу на любую, какую нам понравится, на которую будет клев. Карабинчик тоже привязываем. Нашим любимым узлом, который вам больше нравится, который вы любите. Леску, как всегда, смачивать надо. И обрезаем лишнее. Вот мы обрезали. У нас получилось здесь тоже съемная насадку. Ну, вот я возьму, вот, например. Ну, вот насадку. И одеваем нашу насадку. Насадку я взял большую, там мелкую надо одевать. Просто у меня карабин большие, поэтому мелкие не насаживаются. А мелкие они вот, например, на окуня вот такую вот можно одеть. Вот. Карабин тоже мелкий ставим. И у нас вот так вот получается с вами вот такой отводной поводок. На нашей леске. И что? Почему съемно берем? Вот это вот все снимаем. Вот таким вот макаром. Грузик отдельно. Приманку наш тоже отдельно. И берем мотовило и наматываем на мотовило. И можно переносить, мне так удобно. Кому тоже будет удобно. И наматываем на наше мотовило наш отводной поводок. Все. Вот, рассортировки удобно. Следующий вид отводного поводка мы крепили с вами вот так вот в этот раз. А теперь будем крепить вот так вот. Наш отводной поводок. Тоже на тройник. Для этого нам то же самое возьмем. Возьмем с вами нашу леску. Тройничок наш. Крепим вот здесь вот сверху. Так вот, чтобы было. Во. И прикрепляем к леске, когда будем ловить. Сейчас сразу прикреплю, чтобы было понятно. Вот так вот.
Дальше у нас что получится? Грузик. Ну, это я такие же буду использовать, чтобы было понятненько. Также грузик возьмем. Сделаем сейчас на нашей леске. 20 сантиметров сделаю. Также привязываем карабин. Наш грузик крепим к нижней. Вот сюда вот. Тоже 20 сантиметров. 20-25 можно. Можно 30. Лишнее сразу отрежу, чтобы удобнее было вязать. Лишнее отрезаем. Вот у нас получается основная леска. Вот здесь вот. Здесь вот у нас грузик будет. Вот так вот я грузик нацепил. Вот у нас получается грузик так. А вот здесь вот у нас будет, значит, наша приманочка. Сейчас опять еще леску возьмем. Тоже возьмем метр. Привяжем. Вашим любимым узлом. Вязаем ненужное. И сюда опять тоже крепим карабинчик. Я, как уже говорил, но все показываю на крупных частях, чтобы вам было видно. Тоже лишнее отрезаем. И все. И сюда крепим, ну, любую приманку, какая у нас здесь есть. Ну, давайте я на крупных все буду показывать. Просто-напросто. О. И застегиваем. Все. Вот в чем у нас хороша вот эта вот конструкция. Получается, у нас вот мы тянем грузик наш вот так вот вниз ходит, а приманка волочается вот так вот идет. Вот у нас второй способ монтажа на тройник. И теперь рассмотрим третий способ. Вот возьму двойник. Наш вот двойник есть. Также берем с вами уже наш груз, уже сделанный. Вот сюда вот вставляем наш карабин, чтобы на леску прикреплять, или на плетенку там, на основную. Вот таким вот видом опять крепим, застегиваем. Все это съемное. Теперь грузик у нас крепится вот сюда вот вверх, верхнюю ушко.
Тянем сейчас все с вами. Вот. Лишнее мы тоже с вами отрежем. Вот на верхнее ушко у нас крепится наш грузик. А сюда мы будем крепить наш остальной поводок. Вот уже поводок сделанный. Я вот сюда вот закреплю. Леску для отводных поводков можно использовать простую леску, флюкарбон, монолеску, какую хотите. Все от вашего желания зависит. Крепим, смачиваем, как обычно. Лишнее отрезаем. Вот у нас получился вот такой вот еще один отводной поводок. Ну и следующий монтаж, он, наверное, более, можно так сказать, гибкий. У нас получается грузило с вами скользящее. Для этого мы берем наше уже сделанное грузило. Привязываем на него вот такой вот вертлюжок. Привязываем нашим любимым узлом. Вот. И продеваем наш вертлюжок в основном, на основную леску. Он получится у нас туда-сюда ездит. А здесь мы с вами привяжем другой вертлюжок. Вот так вот я через петельку сделаю. Таким вот макаром. Вот. И сюда вот привязываем мы с вами наш метровый поводок с насадкой уже. Таким макаром. Все смочим, как обычно. И обрежем лишнее. Вот у нас получается такой четвертый вид отводного поводка. У нас грузило здесь будет ездить. И ход будет свободный. Вот таким макаром начинающие мы рыболовы можем оснастить и сделать отводной поводок. И успешно ловить того же окуня, судака и другую хищную рыбу.